Вот теперь вопрос. Они гады разделились. А здесь у меня есть надежда. Правда, небольшая. Так, ну давайте тогда. Да, вас. Даже не знаю, выдержут или нет. Сейчас, если они смахнутся, посмотрим. Блин. Чего вы, гады, сюда-то претесь? Вот же, блин, уроды. Вы только на них посмотрите. С трех сторон хотят зайти. Паря не треснет? Отлично, они начали махаться. Хотя сейчас тоже должны будут развернуться. Или нет? Нет, смотрите, какие хитрые уроды. Вот блин. Хотелось бы узнать, какого лешего здесь происходит, ну да ладно. Так, где еще? Кучка дебилы инвалидов. Так, ладно, здесь мои выдержут, если что. Так, торгаш, ты у нас самый мощный, да? Наш самый слабый. Так, мы будем здесь держать сейчас оборону. Ребята, вы и уроды. Вам кто-то об этом говорил? Давайте посмотрим. Замахачим, замахачим. Ох, ёшкин ты матрёшка. Ребят, гасите этих роботов, гасите. А там снизу еще подходит. Толще. Но хотя этих-то и сам мог бы завалить. Это никакой проблемы даже для меня они не составят. Ага. Опять они разделились. Блин, я даже не знаю, что и делать-то. Им здесь явно не понравилось. Ага. Не нравится? Бедняжечки мои. Уйти мои бедненькие, не понравилось им там что-то. А дверь все-таки пытаются сломать. Козляна. Че, эти тоже через огонь пойдут? Ладно, посмотрим, как они пойдут. Так, здесь у нас что? А, нет, они что-то, смотри, сражаются, сражаются. Пытаются что-то. А, так они вон подкрепление подошло.
Смотри, как они дохнут, ни хрена там оружие у них есть. Оружие довольно-таки мощное, я вам скажу. А эти пытаются ко мне ворваться, вот уроды. Ну слушай, шансы есть, и то неплохие. Даже идеальные. Но все равно 30 роботов многовато. 29, отлично. Ребят, сокращаем их, сокращаем. Сокращаем численность роботов, потому что вас уже, я вижу, мало, роботов многовато. А ладно, хрен с ним, пусть горает. Отлично, вот с этой толпой я уже справлюсь. Это уж по мне. Там колбасит. Погоди-ка. А, нет, у меня механикусов оружия еще не было с собой. Так, торгаш, торгаш, торгаш. Хотя ладно, пусть они долбят там пока. Сейчас может быть что-то поинтереснее, кстати. Ага. Все равно они против них лучше воюют. А, ребят, зря вы разъединялись. А я добью остатки, меня тоже устроит. Так, сколько их здесь? Трое, да? Да. Ну чё, парни, молимся, держимся. А, у тебя щит нормальный. И надеемся. Очень интересно, как с этими роботами повоюем. О, кстати, дождик пошел. Чисто теоретически он этот огонь. О, да, он сейчас все потушит, и мне оружие все еще достанется. И у меня богатство будет больше, больше золота. А чуть оно мне так упало. А, ну да, оружие в ящиках. Давай-ка возьмем вот так вот. Ну, фу, и 12 штук? Вы что, издеваетесь? Вы меня этим напугать собрались? Ребят, ну вы несерьезные какие-то. Хорош стены пить. Сюда иди. 9 штук осталось, да? 9. 8.
7. Ну, это уже шестой. Ну, тут без шансов у них, к сожалению. Бедолаги. Так, кстати, но я с них соберу некоторые редкие очень ресурсы, которые мне тоже пригодятся. Эти, кстати. Ребят, давайте побыстрее. А, блин. Ну не бейте вы стену, дебилы. Так, все потухло. Так, с механикусов я не помню, что получить можно. Но мне уже стволы их не хватит. Ну, точнее, стволов. Так, что это за оружие? Радиум пистол неинтересно. Так, здесь было какое-то хорошее вооружение у них. О, компонента даже у них можно надобыть. Медикаментов. А нахрена медикаменты, если они, по сути, даже не люди. Ни в одном месте. Ну, ладно. Все мое. Все мое. И на какие-то винтовочки у них здесь были очень довольно-таки классные. Эти винтовочки были, если я не ошибаюсь, вот где-то здесь у этих ребят. Давай-ка заценим. Гармоник Райфл. Так, урон 45. 3 секунды изготовки. Нет. Так, механикус. Так, вот он. Аэрбус. А он стоит 7000, 75 урон, 4 секунды изготовка. Если хорошо развита стрельба, то эта хреновина будет смертельным фокусом для всех. И сейчас попремся это все собирать. Так, ой, не вижу. Трещина, 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 трещина. Все хорошо, и ничего печального нету. Ни один дрон не пострадал, это уже, знаете, прогресс. Это уже большой, блин, прогресс, даже я вам скажу так. Вот такой рейд на расслабончике глубоководных. Они ко мне прутся по карте, видно. Так, строитель, строитель. Ну, давай, иди сюда, хрен с тобой. Так, у меня кто там самый мощный? Торгаш у меня самый мощный тут. О, идут, идут, идут. Так, вам пока огонь не открывать. Великий, великий, понятно все. Ой-ой-ой. А больно бьют-то.
Ты чего, торгаш? Заболел полностью? Слушайте, у него что, крышняк, что ли, сорвало? Ничего не оторвали тебе? И голову оторвали. Теперь нас ждут приключения судного дня, да? В потемках самое что интересное. Делаем ставки. Он выживет. Ой-ой-ой. Я, кажется, что-то перерасчитался. Это шутка, да? Ой-ой-ой. Чё я 8 штук их насчитал? Роботы, вы чё там совсем обдурели? Хрен с ним. Так. Блин. Я думал, их мало там. Чё их так много-то? А бедного меня одного. Опять открытый. Ага, сейчас. Отступай. Надо всем отступать. Такс. Такс, такс, такс. В потемках нифига не видно. Короче, вам всем сюда. Вам всем, ребят, бежать. Да гениально, у меня здесь ни черта не достроено. Ладно, будем пробовать как-нибудь здесь повыпендриваться. Я что-то сомневаюсь, что с этого вообще что-то получится, в принципе. Беги. Доктор, ты там как? Нет, через 8 часов он еще бежит. Ой, жесть какая. Я что-то в темноте не разглядел. Свет, что ли, боец?
щита нету. Ха. Рукопашная, серьезно? Да вы издеваетесь. Еще света боятся? Они окружают меня. Понять не могу, что происходит. Так, надо их как-то... Они отсюда идут. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Кто-то не жилец. В принципе, в целом, в общем, может, станет. Отходим. Отходим, сказал. Давай, торгаш Гека, подфас. Не, ну их слишком много. Я лоханулся, я что-то посчитал, там было их 18 штук или 6 даже. Думал, такой легкий рейд. Блин. Тактика, конечно, у них очень странная. Не, ну тут бесполезно с такой гопотой сражаться-то. Слишком до хрена. Так, 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 так. Надо, блин, думать, как с ними вообще сражаться, блин. Да, как я так лоханулся с этими чудиками, ума не приложу. Обычно 80. Блин, долбаные великие глубоководные. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да-да-да, уж это будет больно. Я уже чую, как у меня свербит в одном месте. Так, Secure Force. Я что-то, правда, сомневаюсь, что мне это сейчас как-то поможет. Что-то очень сильно. Интересно, почему? Так, некоторые чудики ко мне любили прорываться прям домой, да? Стройеры меня пошлют куда подальше. Армада последователей, это меня вообще хотят только убить. Черная рука. Значит, мне руки оторвать. Так. Давай-ка у них попросим. Я не знаю, что это за чудики. У кого еще? Ил Талос, я вот в упор, вот, ну хоть убейте. Не могу вспомнить, кто любил очень проникать у меня через крышу. Может быть, сейчас повезет. Я нарвусь на этих чудиков.
как? Ну, я не знаю, пожалуй, хватит. Эта жизнь сильно не спасет. Где они там внизу, да? О, чудненько, я в жопе мира. Здравствуй, герой-одиночка. Понятно все. О, прям ко мне на базу, это хорошо. Нет, информации достаточно. Мне главное, чтобы был кто-то, кто отвлечет. Да вы издеваетесь. Он что, один? Серьезно? Твою что налево? Там один долбодятел всего ко мне пролетел. Ой-о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 й. Так. Доктор, сюда иди. Сюда. Ека сюда. Ты стреляй. Вы вот этого месите, второго. Ага. Давайте, парни, давайте. Нам надо, не знаю, каким-то макаром тут, каким-то чудом продержаться. И чё ты в него там махаешь? Думаешь, поможет? Сомневаюсь. А? И в этого. И в этого. Открытый держать не будем. Целищешь, ты серьезно? Может, хочешь их поразвлечь? Я вот не знаю, как, блин, самому тут. Ходи, тебе говорю. Thank you.
гасите, кого можете, короче. Что за нахрен сейчас был? Это что сейчас было, простите за нами? Так, погоди. Что? Здрасте. О, слушайте, союзнички, союзнички, ура. Мы их сможем хотя бы отвлечь. Так, у меня все цело. Так, ну какая-то передышка хотя бы будет. Так, ЮАЗ 12, шедевр. Чуть за хрень такая. Урон 20, 3 выстрела. Ну да, конечно, удачи. Так, раз у тебя щит восстановился. Блин, надо роботов запускать. Сейчас пойду, кто запускать. Дроидов. Блин, боже мой. Так, в какой игре я слышал название дроты? Интереснее, ну да ладно. Так, они там продолжают вроде как бой, да? Очень некачественно, очень паршиво. Ага. Так, опять начинается наша песня хороша. Вам вот этого долбить, пожалуйста. Вот этого долбите. И долби вот этого. Вы вот этого долбите. Попробуем более-менее выдержать. Угу. Вы вдвоем. Да вот этого. Вон просто еще два брата акробата. Ага. Ага, а теперь они решили обхитрить меня, да? Уродцы. Блин, как-то не вовремя вы начали роботов таскать, я вам скажу, парни. На ней, я вижу, большую часть отвлекли на себя, да? Оу. Да. Они большую часть на себя отвлекли, и этим мне жизнь спасли. Спасибо, парни. Мне вас очень сильно жаль, но без вас бы я просто тупо не... Роботы, дротики, дроиды, как там. Ладно.
Так, у меня вот неплохая шкурка. Так, ну главное, они отличены. Это уже плюс. Это довольно-таки большой плюс.